Бразилец Педала. Для него это дебют в Ухте. Он буквально на днях подписал контракт с командой. И подхватывает мяч Денис Аширов. Там Оппер открывается. Удар! Гол! Антон Оппер! 1-0! 12-я минута. Торпеда выходит вперед. А что здесь? Ух ты, Дуду! Какой голище придумал! Вот на разминке такие передачи делал другой игрок. Белоусов Мишарин. Удар и гол! А забивает кто? Мишарин или Рогожников? 2-1. Разворачивает Ухта счет. Да, запах крови почувствовал. Удар по воротам и гол! Какое голище! От штанги забивает Ситников! И счет становится 2-2! Оппер бьет! 3-2! Как быстро у нас все здесь разворачивается, да? Антон Оппер оформляет дубль. Рогожников идет вперед, и вот 10 метров назначает арбитр. Вот, смотрите, да, было. Удар и гол! Пробивает Ситников и Ваникан. Счет становится 3-3. Рашид Камалединов сейчас демонстрировал на планшете. Денисов бьет! Ой-ой! Какая ошибка Кригера! И торпеда снова выходит вперед. Ну и смотрим еще раз. Удар, ах, был рикошет, но этот один раз пока позволяет торпеда вести в счете. Дуду и пас, и гол! Каков бразилец сегодня! Вторая голевая на Максима Серебрякова. И счет становится 5-3. Мишарин. Аширов перехват. Денис опять подхватывает Аширов и пенальти. Пенальти. Ситников нарушает правила. Будет желтая карточка. 6:40 до конца матча. 5-3 и пенальти. Удар, гол. Дубль. Сергей Денисов оформляет. Основы судейства там будут рассказываться. Ну и, конечно, мини-футбол. А вот здесь Дуду поражает пустые ворота. И счет становится 7-3 в пользу торпеда. Внимание, Мишарин, и можно делать передачу, но сам идет Мишарин, и вот здесь на пустые, 7-4, гол! Забивает Александр Кузьминых. Ну а этот матч завершен. Александр Быков для вас его комментировал. Счастливо!